Добрый день, друзья! Сегодня я вам покажу, как менять на любой бескаркасной щетке ленточку. Для начала мы снимаем щетку. Вот обычная бескаркасная щетка, которую можно купить в любом гипермаркете. В первую очередь для того, чтобы понять, какая длина ленты нам нужно извлечь старую ленточку. В разных щетках это делается по-разному, где-то нужно снять колпачок, но в моем случае мне, я так понял, повезло. Здесь достаточно с этой стороны просто извлечь ленту через специальное отверстие. Вот таким вот образом. Это лента компании Horse. Так, ну здесь мы видим две ленты длиной 65 сантиметров. Они скреплены вместе. Нужно всего лишь потянуться друг за дружку и извлечь, разделить ленточку. После чего мы прикладываем старую ленту с новой. Смотрим, какая здесь нужна длина. Просто обрезаем ленточку. Заводим новую ленту в мою щетку. Это делается очень просто. Ее защелкиваем. Все. Все, готово. Ставим щетку на место. На замену ленты у нас ушло не более 2 минут. Посмотрим, что у нас получилось. Ленточка работает отлично, щетка стала как новая.